мы живем как на пороховой бочке. Не знаем, завтра проснемся или нет. Бог его знает. Вот такое. Тебе жарко? Нет. Ну, отношения к нему. Ну, страшно, конечно. Но ожидаемо было. Мы уже примерно в Рени было. Прилет был. Как бы так, ну, ожидали тоже. Ну, обычно как ночью. Как тревога, как по Одессе равняемся. Каждый день тревоги. Вот начинается вот 501, 502. Завтра? Да. Мы потом